Окей, приветствую вас, смертные, с вами Павел Первый. Мы сегодня будем играть в новую секретную операцию. Это дополнение для Старкрафта. Ну, не такое крупное, как Wings of Liberty, Heart of the Swarm, Legacy of the Void. Это просто небольшой наборчик миссий. Почему-то у меня в этом экране компаний резко упал FPS до 20 с 60. Причем я пробовал убрать, это никак не получалось. Даже настройки снижают. Автоматом при записи снижается до 20. Фиг знает почему. Blitz Fixes. Ну, здесь сразу до 60 поднялось. Итак, новая незримая война. Три миссии, которые я постараюсь пройти. Ну, в ближайшее время, конечно же. Чем быстрее, тем лучше. И, в принципе, я давно ждал. Давайте посмотрим, что это. И плюс еще мне пришлось ждать, пока это дурацкое техническое обслуживание закончится. Думаю, приду еще сыграю, а тут у меня почти нет времени, поэтому одну миссию, а потом, может быть, еще больше посмотрим. Давайте не будем терять времени, сразу ветеран, как обычно. Мы не задротики, поэтому ветеранчик. Итак, после нескольких лет затишья зерги вернулись и вновь атакуют планеты Доминиона. Император Валериан попытался успокоить взволнованное население, но нашлись те, кто не поверил его обещаниям. Они создали организацию под названием «Защитники человечества». В то же время командование Доминиона потеряло связь с несколькими призраками, включая Нову, одного из лучших агентов и ее команду Стоуна, Дельту и Пирса. Их судьба до сих пор остается неизвестной. Такс, с зергом не сидится? Керриган, чё ты там творишь? Чё ты не контролируешь это? Какого чёрта вообще? Ну, конечно, столетние загрузки в Старкрафте, и это норма, особенно когда ты записываешь. Ну а что поделаешь? Я даже 32-битный клиент для этого запустил. О, господи, как FPS падает. Агент X41822N. Приготовьтесь к проверке экипировки. Что? Я... Где я? Почему FPS так падает из-за бандикама дурацкого? Оперативные данные засекречены ради вашей безопасности. Побочный эффект — пробелы в памяти. Встаньте и опустите визор для калибровки. Агент, с вашим визором что-то не так. Тебя хотят убить. Калибровка завершена. Ясно. У вас стресс. Сохраняйте спокойствие. Давайте проверим систему маскировки вашего костюма. Поняла. Активируйте режим маскировки. Текстурки. На, прикольненько. Даже переведены на русский. Проверка завершена. Отключите маскировку. А вот фиг тебе. Отключите маскировку. Флот 54. Агент сбежал. Срочно вышлите подкрепление. А вдруг она там все еще сидит как? А, нет. Опа, здрасте. Где я? Я ничего тебе не скажу. Спасибо. Окей. Но не говорите. Нова на связи. Я на зашифрованной частоте. Запрашиваю срочную эвакуацию.
Не могу ничего вспомнить. Что с твоим лицом? Ты как это странно. Думаю, нам стерли память и теперь держат на хорошо охраняемой базе. Мы должны сбежать и выйти на связь с Доминионом. Мы же были на задании. Что случилось? Видать, нам чертовски не повезло. Мы все выясним. Доберись до арсенала. Тебе нужно вооружиться. Сразу. Сбежавший агент все еще здесь. Если не сдастся, ликвидируйте ее. Не попадайся им на глаза. Поняла. Выдвигаюсь. Окей. А мы, наверное, можем через атаку. Так, ну, куда пойдем? Как тебе удалось сбежать? Я получила сообщение на визор. Это был ты? Нет. Нас разделили, и я не мог тебе помочь, прости. Ну, прости, нас разделили. Опа. Что это за звук? Выдвигаюсь. Во что бы то ни стало. Вижу цель! Да ну нахрен. Задание провалено, нового убили. Все сначала. О, черт. Окей, вперед. Поняла. Сейчас она будет опять говорить то же самое. Чую заварушку. Я справлюсь. Что это за звук? Во что бы то ни стало. Так, ну надо как-то вот так пройти. Чё за гирдё? Почему он умер? Чё упал? Поняла. Выдвигаюсь. Так, ну очевидно, что лучше вот так. Я справлюсь. Во что бы то ни стало. Какой звук. Выдвигаюсь. Выполняю. Во что бы то ни стало. Ну, как-то пока все очень простенько. Будьте начеку. Этот агент очень опасен. Угу. Уже в пути. Я справлюсь. Не палите меня, слепандя. Выдвигаюсь. Чую заварушку. Так, а вот здесь уже поопаснее будет. Поняла. Выдвигаюсь. Во что бы то ни стало. Поняла. Выполняю. Уже в пути. Я справлюсь. Во что бы то ни стало. Что здесь произошло? Кстати, круто, новенькие модельки. А, это что сейчас было? Это что было? Поспеши. Блин, так смешно на их реакцию смотреть. Кто на их глазах падают их солдаты, и они ничего не могут предпринять, а? Хадыщ. Я справлюсь. Блин, иконка тоже очень крутая. Костюмчик. Вы поняли, о чем я. Выдвигаюсь. Слушай, ну вы поняли, о чем я. Найдите ее немедленно. Выдвигаюсь. Пим. Выдвигаюсь. Пим. Пим. Поняла. Пим. Выполняю. Сорян. Заварушку. Лучше всех поубивать, мало ли. Охотник Максвелл найден. Я справлюсь. Как она могла? Ой, даже договорить бедняги не дал. Ну прости меня. Во что бы то ни стало. Поняла. Выдвигаюсь. Так, что тут? О, оружка. Все, сдалека будем стрелять. Ай. Так, я добыла винтовку. Хорошо, но этого мало. Тебе нужно попасть в исследовательский блок. Да ну, прошлый вариант был круче ваншотать от противников. Теперь мне 125 урона за 25 энергии предлагают. Выполняю. Поняла. Я справлюсь. Ага. Понял. Во что бы то ни стало. Выдвигаюсь. Не обязательно было активировать. Я легко избавлюсь от этих ребят. Ты всегда отлично стреляла. Поняла. Выдвигаюсь. Я справлюсь. Так, сколько у них? Мало времени. Выполняю.
Сбежавший агент здесь! Шевелитесь, шевелитесь! Во что бы то ни стало. Но не... она ваншотит все равно, ну ладно. Выдвигаюсь. Уже в пути. Фу. Не вижу цель! Быстро уходим! Фух. Поняла. Еле как. Я справлюсь. Выдвигаюсь. Вы все умрете! Что здесь произошло? Поняла. Интересно, ачивку дадут за это? Нужно идти. А, хрен с вами. Пошли. Впереди хорошо укрепленная позиция. Пока тебе лучше избегать встречи с ними. Мало времени. Я справлюсь. Выдвигаюсь. Выполняю. Поняла. Где-то рядом должны быть импульсные гранаты. Они хороши против скоплений противника. Слушай, откуда ты все знаешь что-то? Тут что, работаешь? Отлично. Теперь я смогу пройти дальше по коридору. Во что бы то ни стало. Поняла. Пиу! Отличная штука. Пирса и Дельту тоже держат в этом комплексе. Но добраться до них будет нелегко. Конечно, нелегко. Вместе сюда попали, вместе и выберемся. А потом узнаем, какого черта здесь происходит. Выдвигаюсь. Выполняю. Тревога. Запущена процедура самоуничтожения комплекса. Что за херня? Поняла. Уже в пути. Неприятный сюрприз. Снова нас собираются казнить. Поспеши. Стараюсь изо всех сил. Воу! Ой-ой-ой. Выполняю. Вот это экшончик пошел. Уже в пути. Поняла. Я справлюсь. А-а-а! Я не успел. Вот тут надо, наверное, сообразить как-то. Отлично. Теперь я смогу пройти дальше по коридору. Выдвигаюсь. Угу. Это будет отличная штука. Пирса и Дельту тоже держат в этом комплексе. Но добраться до них будет нелегко. Вместе сюда попали, вместе и выберемся. А потом узнаем, какого черта здесь происходит. Выдвигаюсь. Поняла. Тревога. Запущена процедура. Что за дурацкий голос у адъютанта? Выдвигаюсь. Неприятный сюрприз. Снова нас собираются казнить. Поспеши. Стараюсь изо всех сил. Выдвигаюсь. Поняла. Поняла. Уже в пути. Выполняю. Меня тут тоже сейчас казнят. И казнили, конечно. Вот дрянь. Как же мне быть-то? Они меня палят из-за этой огненной турели. Через огонек пройти и сдохнуть, да? Походу. Отлично. Теперь я смогу пройти дальше по коридору. Выдвигаюсь. Отличная штука. Пирса и Дельту тоже держат в этом комплексе. Но добраться до них будет нелегко. Вместе сюда попали, вместе и выберемся. А потом узнаем, какого черта здесь происходит. Во что бы то ни стало. Выполняю. Тревога. Запущена процедура самоуничтожения комплекса. Прыжка, голос адъютанта был круче. О, тут снаряд был. Неприятный сюрприз. Заряд, то есть. Снова нас собираются казнить. Поспеши. Стараюсь изо всех сил. Блин, налево надо было сразу, я тупанул. Казнить призраков Доминиона! Выполни. Я думала, меня убьют. Нужно найти остальных. Без нас они пропадут. Поняла. Следую за тобой.
Чувствую заварушку. Я справлюсь. Выдвигаюсь. Так, уже круче. Во что бы то ни стало. Поняла. Поняла. Я правда уже не путь. Знаю, куда нам лучше пойти. Выполняю. Ну, фиг с ним. Сюда. Поняла. Выдвигаюсь. Это не солдаты Доминиона. Нова, что происходит? Ничего не понимаю. На последнем задании что-то пошло не так. Думаю, мы попали в плен. Давай за мной. Окей. Спасли мы второго. Уж Пирсика. Я справлюсь. Вперед. Это будет непросто. Ух ты ж, блин, что-то... Не по-детски этот огнемет жарит. Так, ну нам теперь направо. Кстати, спасти призраков. Это дополнительное задание. Уже в пути. Во что бы то ни стало. Чую заварушку. Так, выполняю. Окей. Поняла. Ничего, мы спасем вас. Поняла. Я справлюсь. Поняла. Выдвигаюсь. Черт, из меня чуть жаркое не сделали. А почему видят только Нову, а не этих двух? Выдвигаюсь. Ай, вас изжарят, балбесы. Чую, подлечилась. Уже в пути. Я справлюсь. Выполняю. Чую заварушку. Выполняю. Во что бы то ни стало. Поняла. Выдвигаюсь. Поняла. Во что бы то ни стало. Я справлюсь. Окей, мы уже близко к тому, поняла, чтобы тебя спасти, Стоун. Выдвигаюсь. Уже в пути. Расстреляли, бедняк. Чую заварушку. Так, тихо. Выполняю. Надо снять тех, кто... Выдвигаюсь. Видит что-то. Поняла. Что бы то ни стало. Я справлюсь. Блин, а эти маскировку взяли да сняли. Выдвигаюсь. Лошня. Не поняла. Повтори. Это будет непросто. Поняла. Окей, Стоун. Слава богу, ты справилась. Идем. Идем. Мы выберемся отсюда все вместе. Чую заварушку. Во что бы то ни стало. Так, это первая миссия вся. Чё-то как-то не, что ли? Так, мы в Шарпсбурге. Нужно выйти на связь с местным гарнизоном Доминиона. Лучше покинем планету. Здесь даже у стен есть уши. Неподалеку отсюда есть челноки. Быстрее всего до них добраться на стервятниках. У нас будет больше шансов, если мы разделимся. Откуда ты все это знаешь? Мы пойдем отдельно. Удачи! Хорошо. Стоун, нам пора. А, продолжаем все-таки. Круто, че. Нужно смотреть в оба. Вокруг полно гражданских. Гоночка, ну прикольно, можно сказать. Ты предала нас. Я даже не знаю, кто вы. Блин, я сначала подумал, что это Стоун сказал. Ты предала нас. За врезание мы получаем повреждение, черт. А, во, подхилялись. Эти сволочи все не угомонятся. Мы с ними разберемся. Блин, прикольно так они типа катаются. Выстрелила и забыла. Ха. Кек.
Так, дайте немного подхила. Во. Окей, нам еще больше полутора километров нестись на нем. Все, полтора осталось. Ну, пристрелим их как-нибудь. А, вот, все. Черт, они шмаляют нехило так. Так, давай, 705 метросов. Ну все поудохло. О, отлично. Так, 300 метров. Недостаточно энергии. Ну все, знаете, достаточно аркадно, простенько. Это что за чертовщина? Державший агент найден. Орудие к бою. Ух ты. Босс батл. Ай, все-таки меня повредили. Ой! Тихо. Да блин. Нафиг пошел, не продырявишь меня. Теперь еще Банши призывает. Блин, как он меня задел, а? А-а-а! Эй! Я ж подобрал. Дерьмо. Хорошо, прошли. У нас получилось. Нова, ты первая, я следом. Сперва ответь на мои вопросы. Ты хочешь узнать, что случилось, или выбраться отсюда живой? Ладно. Блин, надо было задать вопрос, откуда же ты все тут знаешь, а? Так, я думал, тут будет продолжение миссии. Она закончилась. Окей, вы будете задавать побег на уровне сложности. Боится ли выше, не получив урона от огнеметных турелей? Ну ладно, ладно. А то, что союзники получают... считается. Окей, едем дальше. Acknowledged.